Всем привет, друзья! С вами как Старумзи! Добро пожаловать в Бравл Старс! И я хочу сразу всех вас предупредить. Ни в коем случае не повторяйте то, что вы увидите в этом ролике. Все, что сделано в этом ролике, выполнено профессионалами, подготовленными людьми, ребят! Ну, или я, возможно, сегодня разобью свой планшет. Короче, ребят... Сегодня я по вашим просьбам собираюсь пройти испытание чемпионата, внимание, с рандомами, ребята, это хуже некуда. Я почему-то больше чем уверен, что солью просто на старте, но возможно есть вариант, что я продержусь хотя бы немножко. А еще прикол в том, что я хочу пойти в это испытание за Анжела, ребята, это будет просто нечто, поэтому я прошу каждого сейчас... Поддержите меня лайкусиком, не забудьте подписаться, а также, ребята, у нас сейчас в магазине просто нереально выгодный набор, это Анжела, со всеми вот этими наградами, ребята, которые вы можете покупать, несмотря на то, что донаты в Бравл Старсе не работают. Сегодня, допустим, уже 4-й день. Можно забрать сразу 2500 очков сил. Но, ребята, вы скажете, а как это все купить, если донаты не работают? Ребята, по ссылочке в описании есть мой официальный магазин Robzi Shop, где вы можете покупать себе наборы, гимнастики, бравл пассы. Просто нажимаете купить каталог. Бравл Старс, выбирайте нужную акцию, либо гимнастики, либо вот этот выгодный набор, вводите данные и оплачиваете, и вам донатят это на аккаунт. Допустим, сегодня у нас уже продается 3 скина, это Калет Кони, Брок Браун и Газ Салли. Я хочу потом купить себе все вот эти скинчики, ребят, серьезно, они мега крутые, но у меня на них, допустим, сейчас не хватает гимнастиков. А гимнастики, ребята, в свою очередь, я прямо сейчас прикуплю в магазине Robzi Shop. Ну, допустим, возьмем себе сколько? Сколько гимнастиков мне, ребята, сейчас понадобится? Ну, пускай 360. Гимнастики у меня уже на аккаунте, и вот эти скины будут куплены, ребята, но, возможно, в следующей серии, потому что я хочу за них обязательно поиграть и сделать отдельный ролик, особенно Брок Браун, который офигенный. Ну, а сейчас я иду в, блин, испытание чемпионата, ребята, за Анжела, и просто делайте ставки, сколько раундов я смогу выиграть. Сколько раундов я смогу отыграть и сколько я сейчас сожгу своих нервных клеток, это просто будет пипец, ребята. Итак, ну что, погнали, первый выстрел, это был промах, у нас уже минус один боец, нет, не минус один боец, я пока что ни в кого не попал, и это очень плохо, потому что Анжела довольно слабо попадает. Так, так, тихо, вот как можно попасть? Вот как можно это просто... Хорошо, разменялись, отлично. Туда-сюда мы разменялись. Так, хорошо. Килочку поставили. Если я попадаю, там все, минус в любом случае. Там отрава добьет. А почему отрава не добила? Да блин... Неужели я сейчас проиграю с первой катки? Блин, а может быть не стоило брать Анжела? Может быть, плохая идея была? Да? Нет, плохая идея была играть с рандомами, ребят. Вот что была плохая идея. Вот это точно плохая идея. Дальность у меня как у Пайпер. А, так, добей. Хорошо, побежал. Я не попал ни в кого? О, подожди. Надо попасть. Да, отстань уже отсюда. Блин, одно очко разделяет нас. Одно очко. Так. Тихо, все очень плохо. Нет! Я не попал. Да ладно. Вы понимаете? Мне не понравилось. Первая катка и первое поражение. Я прошу вас, пожалуйста. Я не знаю, давайте так, я сейчас попытаюсь еще раз сыграть на Анжела, если опять я солю, это будет просто пипец. Так, у нас против нас Шелли, против нас Эмсы, против...
моих пацанов, ребята, они АФК стоят. Так, давай. Ага. А вы можете хоть кого? У меня уже почти один отлетел. Так, хорошо, на себя приняла удар. А я могу вот так попасть? Нет, я так не могу попасть. Так, там идет Шелли. Так, идет Шелли. Давай, Мэйзи. Мэйзи, Мэйзи. Оп, хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, подожди, где-то здесь. Хорошо. Есть. Хилимся, живем. Так, мне нужно попасть. Мне нужно по-любому попасть в кого-то хотя бы. Хотя бы один раз. Есть. Есть, слушайте, не все так, не все потеряно, ребят. Не все потеряно. Ага. Подожди, а я же под усилением хорошо, да, наваливаю. Так, очень больно попадаю. Очень больно попадаю, но толку пока что от этого, ну, не так уж и много. Так, мы их зажали. Мы их зажали. Есть, еще одно попадание. Так, подожди, держимся, держимся, держимся под ультой. А ульти больше нет. Промазали. Слушайте, ну, неужели... Мы можем выиграть, ребята, мы реально можем выиграть. Так, попал. Попал. Попал, попал, попал. Так, хил сработал. Тихо, держимся. Держимся, хилимся, живем. Хорошо. Там умрет. В любом случае умирает. Хорошо, добиваем еще одного. 19 из 20. Так, ставим ульту. Хилимся. Хилимся, хилимся, набираем. И... Но нет, Эмс в любом случае погибает. Ребята, первая победа! Мне очень понравилось, правда, мне очень понравилось. Я звездный игрок, я убил больше всех. Я получаю сразу два приза стар. Я говорил, правда, не повторяйте этого дома. Я забираю свой приз стар и забираю свой приз за случайную победу. Ой, за какую? Ребята, это не случайная победа. Это профессиональная победа. Но, блин, как же? Нет, на самом деле, Анжела, вот если сравнить Анжела и Ларри и Лори, то Ларри и Лори это такая имба, когда вышла. А Анжела это просто жесть. И почему у меня напарники такие офигенные? Почему у меня напарники такие слабые? Там второе серебро, там что-то еще, там это, там... Нас Мортис уже пошел умирать. Нас Мортис уже пошел умирать. Так, тихо. Блин, папа... Либо нужно ему как-то... Хорошо, добил. Я не попал опять. Нет, не, ну Дэрил, конечно. Дэрил, конечно, молодец. Дэрил пошел. Ну блин, ну почему? Ну почему? Ну, ребят, ну зачем? Так, давай поставим вот эту штуку. Наберем сейчас атаку. О, так, минус динамайк уже. А, минус Пайпер. В любом случае. Под отравой там умирает любой. Так, хорошо, отравили. Хорошо, отравили еще Динамайка. Короче, фишка в чем? Нужно попасть от травы и в любом случае добить. Блин, ну это никак. Хорошо, я разобрался. Да. У нас просто стоит, да? Набираем атаку. Ждем. Не попал. Меня подбили. А я могу ходить по... Я забыл, что я хожу по воде. Прикинь. Давайте посмотрим, кто сколько убил человек. 0-0. Спасибо. Мне не понравилось. Нет, мне не понравилось. Я... Две... Просто ради прикола давайте возьмем Ларри и Лори. Просто, ну... Я не знаю, как это выиграть. Я просто возьму себе Ларри и Лори. Давайте возьмем себе щит. Потому что... Ну, блин. Ну, я не знаю. Ну, Анжела здесь никак. Тут надо в соло выигрывать. Тут нужно выигрывать соло. А если ты... Ну, если ты не Ларри и Лори, то соло здесь не выиграть. Ладно, поехали. Посмотрим, что сейчас получится. Ларри и Лори здесь будет в любом случае повеселей. Я чувствую, что победа уже за нами. Победа у нас в кармашке. Давай, там сейчас по троим попало. Давай, поехали. Хилочка пошла. Так, давай, держимся. Держимся. До свидания. Где там поезд этот дурацкий? Давай, конечно, хорошо. Вот так вот. Давай сюда.
сюда. Убиваем, убиваем, убиваем. Не, ну это победа. Это в любом случае победа. Там посмотри, сколько я урона нанес. Это просто пипец. До свидания. Давай. Не, ну сами все видите. Но это Ларри и Лори, ребята. Просто, если у вас есть Анжела, не берите его, пожалуйста. Пока что. Пока его не бафнули, на самом деле. Очень-очень-очень слабый бравлер. Один из самых бравлеров сейчас, мне кажется, слабых в игре. Ну, либо ситуативный. Мне вот эта катка понравилась. Ну и то, я здесь нанес 43 тысячи урона. Спасибо, вторая победа. Спасибо, что я не вылетел с чемпионата. Эпический при... Давай. Играть дальше. Ребята, две победы есть. Уже не все так плохо. Не ноль. Не ноль, ребята. Уже... Так, против нас, Ларри... Против нас три метателя. Против нас три метателя. Очень-очень меня это не радует. Вообще, от слова вообще. Так, одного я уже забрал себе. Отлично. Так, тан-тан, тан-тан, тан-тан. Так, поехали. Ну пока каточку выигрываю именно я. Минус еще один человек, 11. Но мои пацаны слили. Я не знаю, сколько они убили человек, но мне кажется, не так уж и много. Мне нужно ульту сейчас нафармить, было бы хорошо. Так, ну меня пытается заяц, вот, заяц-мерзавец зажать. Хорошо, попал. Давай, попал. Пошла ульта. Пошла жаришечка. Так, отхилили. Давай, добивай. 16-20. Ну не, ну, ребят, соло. Ну, соло, все. Ну, кто выиграл соло? Давайте посмотрю, кто сколько нанес урона и... Ну, вы сами все видите. Так, три победы есть. Нормально, держимся. Давай, пристар забираем. Еще один эпик. Так, значочек, спасибо. Ну чё, броубол? Броубол? Мне интересно. Ну я за Анжела здесь ничего не сделаю. Вообще. Я за Анжела здесь вообще ничего не сделаю. Вообще, от слова вообще. Я буду с рандомами только Ларри и Лори нужно в соло. Короче, тебе нужен тот персонаж, который может в соло убить всю команду врага. Только тогда у тебя есть победа. Ну, допустим, у нас сейчас крутой Эдгар, который стоит просто и ждет, пока ульта накопится. Потому что без ульты он ничего сделать не может в этой катке. Вот. Ну... Я просто убил несколько человек, пошел и соло забил гол. Вот и все, что я сделал. Пытаемся сдерживать. Так, Тару мы держим на дистанс. Так. А где мои напарники? Так, ульта нужна. Тяжечка. До свидания. Хорошо. Хорошо, пока в соло. Пока в соло. Так, там динамайк. Но, ну вы сами все видели. Посмотрим, кто сколько урона донес. 27 тысяч, да, естественно. Ой, боже мой. Пристар, давай, эпический еще мне. Но, честно, я... А, еще... А, 4 победы. Но, ребята, Ларри и Лори. За Анжела мы еще сыграем, я думаю, но немножко в другом режиме. Так, вот это будет опасненько. У нас против нас третий Мортис, серебро. Они пошли просто гасить нас. Давай. Мортис, они что, они Мортиса не смогли убить. Я в соло просто задефал. Просто в соляного задефал. Давай.
Не-не-не, ну тут, ну это вообще пипец. Так, ребят, давайте. Давайте, хоть как-то пытайтесь. Можете хоть что-то сделать? Ну давай, 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 давай. Пас, пасуй. Да пасуй! Да. Сейчас проиграет. Это просто. Это какая же ты сволочь. Это у меня Тима просто гадов. Серьезно. Худший. Худшие напарники в мире, серьезно. Я просто в шоке. Я просто зайду. Не, там просто надо было пас дать. Не, у них тоже, конечно, пацаны там идеальные. Ладно, разобрались. Я успел ульту... Нет. Ну, это вообще не вариант. Нет, Мортис, конечно, у него второе серебро. Такое себе, конечно, красавчик. Давай, отхилимся. Я просто молчу. Я пытался ловить этот мяч, это просто пипец. О, боже мой. Давай, моя ульта, работай. Я ничего не могу, я не могу, не, пожалуйста, только не лут. Пускай хотя бы ничья. Я отбил мяч. Я смог, я увернулся от кольта. Пожалуйста, попади. Давай. Не. Невозможно, невозможно, 15 секунд. 10, 9, 10, 1. Тихо. Давай. 6, 5, 4, 3. Я вытащил эту катку на последней секунде. Мне понравилось, да. Сколько урона нес? 145. Это просто пипец. Но... Я люблю рандомов. Я обожаю рандомов. Но я не проиграл, ребят, заметили? Я нормально пока. Я пока еще... Так, что у нас там? Бот, Джеки, это будет сейчас очень жесткий пуш. Это прям очень жесткий пуш сейчас будет на нас сразу. Я примерно понимаю. Да. Давайте, пацаны, будет жестко. Так, у нас есть шанс, что Леон сможет отпушить. Так, давай, хватай мячик. Где ребята? Давай. Давай туда. Туда. С ультой давай туда. Хорошо. Я успею, ребята. Блин, неужели два этапа смогу пройти? Так, до свидания, давай. Очень плохо. Это очень нехорошо. Ну, когда я увидел Джеки, понятно, там будет просто жесткий пуш. Так, Фэнк. Найти Фэнк. Мне нужно ульту набить. Раз, два, три, четыре, пять. Так, Джеки под гиперзарядом бегает. Пытается там всех мансить, бить и оскорблять. Так, давай. Леончик, давай. Хорошо, работаем.
Это плохо. Так, давай, ульта поехала. Так, отлично, отлично. Не подходи, не подходи, не подходи. 1-0 ведем. 1-0 ведем. Три гаджета в запасике. Ага, так. Тихо. Тихо, не даем ткнуть себя. Так, ульту потратил Фэнк, молодец. Но вот это было, конечно, зря. Да, да. Молодца, молодца. Отлично. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. До свидания. До свидания. Я, конечно, сдохну, но с собой заберу тебя. Блин, какой же. Нет, Ларри и Лори нужно еще фиксить. Если сравнить Ларри и Лори Анджела, то Анджела здесь даже. Ну я не знаю, даже рядом не стоит вообще. Да до свидания, ты что гонишь? Какая это? Ульта поехала. Ульта поехала. Давай, Лори. Давай, Лори, ты сможешь. До свидания. Забивай. Да можешь не забивать, в принципе, зайди просто. Фу. Понравилось, понравилось. 6-я победа, ребят. 6 побед. Это все, это уже рекорд мира. Это рекорд мира с рандомами. Готовы? Вжух-вжух. Это, ребята, вжух-вжух. Но опять же, Ларри, я не знаю, кого здесь можно взять. Ну, Анжела, я думал, просто за Анжела я солью все катки. За Анжела я останусь вообще. Это будет просто ролик, длится ровно 2 минуты. Я бы слил 4 катки подряд и все. Хотя здесь, в принципе, Анжела был бы, может быть, и неплох. Но вот здесь где-то ворон уже бежит. Ну да, я еще и сдох. Не, но здесь не выиграть. Здесь не выиграть. У нас два метателя и бесполезная Нита. Так, ну, пока что все не так плохо. Там воробей еще бежит. А где воробей? Где воробей? Вот тут воробей. Так. А, Мортис. Ну, пока нормально, мы отдефались неплохо. Там воробушек готовится прыгать. На гемасик собрать. Ульту накопить. Так, давай, держись. Хорошо. Ну, я думал, что все. Так, давай, молодцы. Ульту копим. Не-не, до свидания. Злись, не злись. Мне понравилось. 45 тысяч рода. Нормально, ребята, раскатали. Профессионалы, ребят. Давай, 7-я победа. 7-й пристар, ребят. Ну, или какой там уже сегодня, я уже точно не помню. Ну, слушай. Я думал, все будет намного хуже. Поехали дальше. Как говорится, чем чертик не шуть, поехали дальше. Будем сейчас... Ага. Напомню, что это... О, путь бота. Хорошо. Путь стар, путь бота. А, напомню, что это очень смертельный номер. Потому что мы играем с рандомами. С рандомами, не факт, что против рандомов. Так, Мика пошел прыгать. Мика должен гаджетом добить. Хорошо, Мика сдохнет. Вангую. Так, кристаллики собираем. Ага, поехали. Добей. Спрятались. Они трогают и гемасики. Так, мне нужна ульта. Так, хорошо. Так. Так, поехал. Поехали. Но он по-любому будет сейчас охотиться. Ну, у меня 5 гемов. Давай, дружище. Ну давай, бул, ты можешь. Бул, нет. Что я сделал? Я пытался подобрать гемы, которые потерял Мика. Но... Меня добили. Я пытался подобрать гемы, которые... Зачем Мика бегал гемы? Они должны были дефать меня. Ну, блин, ну. Ладно. Мой косяк тоже был.
Не успел. Очень, вообще не успел. Ну, без, куда же без дизлайка? Ну все, у меня последняя попытка. У меня последняя попытка. Ребята, правда, я очень далеко дошел. Я не думал, что я до сюда даже дойду. О, боже мой. Дак, Роза и Бо. Это пипец. У меня нет слов, ребят, потому что нам ГГ. Роза всех расколбасит. Дак будет хилить сейчас по 2400 просто всю карту. Как вы могли заметить. Это самый жесткий сейчас хиллер, прям вообще имбалютая. Там прям пипец. Во-во-во-во-во. Бьет больно. Хилит просто всю карту. Роза на пофиг идет и всех убивает. Так, нас пытались замедлить. Ну вот, вообще, и ему ничего не сделать. И вообще перерождается, сволочь. Это просто бессмертная чертовщина. Давай, 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 давай. Ну, ну, только надежду на нашу Розу. Давай, давай, Эдгар. Ты сможешь. Добили, добили. Давай, не, сейчас умрет, 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 умрет. Уходи, уходи, уходи под ультой. Красиво. 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 Пошел. Давай. Вот здесь где-то Роза бежит. Она уже рядом. Да, она рядом, рядом, рядом. Ничего не можем сделать. Ничего. Сейчас Роза ультанет. Хил пошел. Тихо, держимся. Хот-дог. Блин, хот-дог убил, 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 убил. Ну пипец просто, он бессмертный. И хилится по 2-4. Роза, держи его, пожалуйста. Там уже перезарядка. Он бессмертный. Он хилится по 2-400. Он всю команду хилит по 2-400. Это невозможно. Это просто... Это просто забей. Как его убить? Да это невозможно. Нет, пожалуйста, не хочу заканчивать закатку, блин. Но это была команда. Это была команда. Это было, понятно, 60 тысяч урона. Поражение. Спасибо рандому. Я вас ненавижу. Всем пока. А вас, ребят, я люблю.